Конец эпохи беспощадных войн. Джо Байден призывает мир покончить со всеми войнами прошлого и начать новую эпоху сотрудничества. По мнению американского президента, наступило решающее десятилетие, которое определит будущее планеты. Об этом Байден заявил во время своего первого выступления на саммите 76-й Генассамблеи ООН. Байден подчеркнул, что США начали с себя, и Америка завершает эпоху безжалостной войны и открывает новую эру безжалостной дипломатии. И добавил, что вывод из Афганистана – это был первый шаг на пути к завершению войн. Мир всем вам, братья и сестры! Сегодня мы немножко взглянем на то, что происходило на днях на Генассамблее ООН. И особенно обратим внимание на речь Джо Байдена, друзья. Это очень интересно. Нам всем нужно это знать и наблюдать. А эти такие события, которые проходят раз в год, эти собрания, да, это очень важно. Особенно нам, христианам, которые следят за приближением дня Онного, да, как написано. Обратите внимание, сразу четко и ясно прослеживается идея мира и безопасности во всем мире, о котором кричат политики многие по всему миру, а в цивилизованных странах, да, уже многие годы. Думаю, что это основная повестка дня нового мирового правительства. Ведь мы знаем, что не один же там Байден все решает, правда? Все же не один человек делает. Но за Байденом стоят какие-то мощные политические силы. И это видно, в принципе, друзья, нам невооруженным глазом. Вместо того, чтобы продолжать войны прошлого, мы сосредотачиваемся на том, чтобы направить ресурсы на решение проблем, которые являются ключом к нашему коллективному будущему. Победа над пандемией. Коллективное будущее? А кто это решил? Кто-то с тобой, Дима, посоветовался? Нет, у меня лично никто об этом не спрашивал. А у тебя, друг? Да, я, конечно же, за мир во всем мире. Я тоже против войн. Но только каким способом? Вот это интересно, да? Явно не таким способом, который предлагают эти господа. Я имею право с чем-то согласиться, а с чем-то не согласиться с каким-то мнением. Это демократия. И решение проблемы климатического кризиса, формирование правил по таким жизненно важным вопросам, как торговля, киберпространство и новые технологии. Смотрите, какая у нас оказывается главная проблема. Климатическая проблема и пандемия. Все. А что, разве других проблем в мире уже не осталось? Как интересно, да? А также противодействие угрозе терроризма в нынешнем виде. Но вот накануне генсек ООН Антонио Гутерриш, наоборот, предупредил мир о том, что США и Китай приближаются к новой холодной войне. Гутерриш предположил, что две крупнейшие державы вскоре разделят мир на две части своей конкуренцией, создав два мощных альянса со своими собственными валютами, интернетом и финансовыми правилами. Но это будет только начало противостояния, а потому, чтобы избежать новой гибридной войны планетарного масштаба, Гутерриш призвал Вашингтон и Пекин вернуться к содержательному диалогу, чтобы понизить градус напряженности. Вот мне тут кажется, что Гутерриш ближе к истине, наверное, да? Проблема-то, оказывается, существует, как бы мы это ни прятали, между двумя
гегемонами, да, на сегодняшний день. Это США и Китай. И как они собираются решать эту проблему в ближайшем будущем, никому из нас пока неизвестно. Мне кажется, что в каком-то смысле Китай даже лучше подготовлен технически, кибернетически, да. Китай более военизирован, более подготовлен и более влиятелен, да, на весь мир, вот показывает, как оказывается, да, чем США, да. Поэтому США сегодня серьезно призадумалась, как решить эту нависшую, насущную проблему с Китаем. Китай другой, друзья. И Китай не хочет играть по правилам США. Будет ли противостояние, к чему это нас приведет? Думаю, что об этом мы узнаем в ближайшем будущем, в ближайшие несколько лет, да, как повернется ситуация. А в интересное время живем, друзья. В интересное время. Смотрим дальше. Известно, Си Цзиньпин вскоре после этого заявления, а также после сделки между США, Великобританией и Австралией, отказался посещать Генассамблею ООН. А вот Байден поспешил заверить, что США вовсе не стремятся к холодной войне, и если Китай будет готов к сотрудничеству, то все двери для него открыты. Сделка США, Великобритании, Австралии? А что у них там за сделка такая состоялась или состоится? Здесь вот помедленнее, пожалуйста. Не всем, и не всем нам и не совсем всем нам понятно. Понятно, что Байден глобалист и демократ. По-моему, демократ, да? Демократические силы же он представляет. И, конечно же, хочет быстрого мира во всем мире. И готов сотрудничать с Китаем, сотрудничать, а не воевать. И это понятно. Война сегодня никому не выгодна. Выгодно все общество подводить к миру во всем мире. Вот это нужно и достигать всеми возможными и невозможными способами. Да? Мы не стремимся к новой холодной войне или к миру, разделенному на жесткие блоки. Соединенные Штаты готовы работать с любой страной, которая сделает шаг вперед и будет стремиться к мирному решению общих проблем, даже если в других областях у нас будут серьезные разногласия, потому что мы все будем страдать от последствий наших неудач. Но такие заявления вовсе не означают, что врагам демократии, таким как Китай, Россия или Иран, стоит расслабляться и воспринимать это как слабость Америки. Ведь Байден тут же обозначил, что военная сила США все же может быть задействована, но только в крайнем случае. Например, в случае борьбы с терроризмом. Кроме того, Байден Китай, Россия и Иран — это враги демократии? То есть, вы видите, друзья? Четкое разграничение нам показывается. Разграничение политического мира на белых и красных. Кто кого? Время покажет, кто кого. Китай, Россия и Иран захватят мир своей политикой. Или США, Великобритания, Австралия. Кто кого? Как интересно, не правда ли? Будет серьезная конфронтация. К чему это все приведет, узнаем в ближайшее время. Верил, что США используют любые методы, если более крупные державы будут пытаться доминировать над более слабыми, подкупая их деньгами или развязывая на их территории войны. И хотя Байден прямо не назвал в этом блоке Россию и Китай, но всем стало ясно, кому конкретно адресованы эти слова. И хотя Байден заявил, что не пытается разделить страны на отдельные блоки, он все же акцентировал внимание на том, что демократические альянсы должны быть усилены. Ну а там, где они не справляются, нужно создавать новые. Например, США активно будет бороться за захват мира своей демократией и глобализацией, да? Создавая все условия для такой возможности, да? Даже если потребуется, будут сражаться с терроризмом.
Понятно, да? То есть это сигнал всем нам. Байден уверен, что соревнование крупных держав должно проходить цивилизованно. Но вот чтобы этого добиться от авторитарного Китая, нужно оживить существующий блок НАТО и создавать новые, такие как UAD. Последний представляет собой новый альянс между США, Японией, Австралией и Индией. Этот альянс призван обеспечить безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе, где свою гегемонию как раз и пытается насадить Китай. По мере того, как Соединенные... Китай или США? США или Китай? Кто кого? Понимаете, что на повестке дня у Америки? Представляете, чего боится больше всего Америка? Или кого? Китая. А вот вам и новый альянс, который появляется. США, Япония, Австралия, Индия. О, страны растут, их все больше и больше. Надо создавать еще больше стран, которые будут входить в этот мировой альянс. То есть мировое правительство расширяется. Глобалисты захватывают постепенно весь мир тем или иным способом. Смотрим дальше. Штаты обращают свое внимание на приоритеты и регионы мира, такие как Индо-Тихоокеанский, которые наиболее важны сегодня и завтра. Мы будем делать это с нашими союзниками и партнерами через сотрудничество в многосторонних институтах, таких как Организация Объединенных Наций, чтобы усилить нашу коллективную силу и ускорить наш прогресс в решении этих глобальных проблем. Наш собственный успех связан с успехом других. Получается, что ООН есть этот главный институт, который помогает миру стать глобальным и единым. ООН помогает, как я вижу, быстрее создать единое мировое правительство, новый мировой порядок. Разве не так? По-моему, это видно четко и ясно, как белый день. И похоже, что Байден полностью переключает свое внимание именно на Индо-Тихоокеанский регион. Ведь сразу после выступления он провел две важнейших встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном. А именно эта троица совсем недавно создала новый альянс сил против китайской гегемонии в регионе. Итак, США боится Китая, а потому судорожно создает все новые и новые альянсы для противостояния, как они считают, новой мировой угрозы. Раньше угроза была это СССР, как вы помните. Сегодня самая большая угроза для мира это... Вот они с Великобританией, получается, Австралией договариваются. Ну, Великобритания, понятно, да, давний друг США. А вот при чем тут Австралия, я не могу понять, зачем ее вмешивать в этот конфликт? Непонятно. То есть Австралия, наверное, хорошо себя показала в последнее время перед новым хозяином? Не знаю. К слову, в своем стремлении сплотить новую коалицию для противостояния Китаю, Байден, возможно, не намеренно, но оттолкнул некоторых из старейших союзников Америки, включая Францию и Германию, которые, похоже, уж очень сильно заигрались в дружбу с Китаем и Россией. Хотя с французским президентом Макроном Байден все еще хочет переговорить и вернуть отношения на прежний уровень. Отметил Байден и... Франция и Германия дружат с Китаем? Да как такое возможно? Как они смеют? Вот негодяи. Еще переманят их на свою сторону. Байден... немного обиделся. Но у Франции и Германии еще есть шанс хорошенько подумать и вернуться в альянс с Соединенными Штатами, да? Как бы они потом не пожалели. Новый подход в борьбе с терроризмом. По его словам, борьба с терроризмом в 21 веке должна основываться не на масштабных военных операциях, как это было в Ираке и Афганистане, а на работе с местными локальными партнерами, которые смогут устранять проблему в зародыше. То есть в последние времена не войнами будут решаться проблемы терроризма того же, а через своих шпионов в тех странах,
политика которых не нравится США или Альянсу, будут решаться каким-то другим образом. Понятно, да? То есть будут учиться договариваться. Вначале тебя предупреждают, а уж потом будут что-то думать, да, как поступить с бандитами. Интересная политика, интересная. Знаете, в целом речь Байдена звучала как некое умиротворение. Но на полях ООН куда важнее не речи, а кулуарные встречи политиков, где и решаются глобальные вопросы. Но о них мы узнаем уже позже. То есть, другими словами, то, что вы видите и слышите по телевизору, это вершина айсберга. Настоящие дела и договоренности решаются и делаются в тайной комнате за закрытыми дверями. Понятно, да? Друзья, на этом пока все. Надеюсь, вам понравился такой формат встречи. Может, будем что-то в дальнейшем похожее повторять. Если я увижу, что вам понравилось, ставьте лайки. Мы продолжаем следить за тем, что происходит в этом мире. Все мы предчувствуем, как верующие, так и неверующие по всему миру, что надвигается что-то нехорошее. Мы продолжаем молиться и поститься, зная, что время скорби стремительно приближается. До новых встреч с Богом!